السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Каждый из нас при встрече с судьей хочет, чтобы рядом с ним был хороший защитник, да, прочная опора, адвокат или близкие родственники, или вообще группа поддержки. Вот представьте, что каждого из нас ждет страшный суд. И судить будет не кто-то из творения Аллаха Субхана ва Тааля, а сам Всевышний Аллах Тааля. Он будет судьей. И рядом с нами не будет никого, не будет ни родственников, ни друзей, ни товарищей. Не будет рядом с нами никого из нас, из наших близких, знакомых, никаких адвокатов, никаких заступников. Только мы, вот каждый из нас, только я и Всевышний Аллах. Посмотрим направо — не увидим никого, посмотрим налево — не увидим никого. Состояние человека в этом будет очень тяжелым в этот момент. И каждый из нас мечтает, будет желать хотя бы, чтобы кто-то пришел и заступился за него и сказал, что: «О Аллах, этот человек, он заслуживает награды, этот человек не заслуживает, чтобы ты его наказывал». Вот представляете состояние каждого из нас в этот момент? И только благие дела смогут быть заступниками или быть в роли адвокатов, которые смогут защищать и заступаться за нас в этот момент. В хадисе, который приходит в муснаде, сборнике имама Ахмада, говорится, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ан Абдиллахи ибн Амр, радиаллаху анхума, анна Расулиллахи, саллиллаху алейхи ва саллям, кала: «Ас-сиям валь-Кур'ани яшфа'ани лил-абди яума л-Кияма. Якулю ас-сиям, ай Раб, منعته طعامه وشرابه وشهوته فاشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فاشفعني فيه. قال فيشفعن». Здесь пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: пост и Коран будут заступаться за раба в судный день. Аллах Тааля даст им обличие людей, то есть наши деяния, которые мы совершали, наши дела, которые мы делали ради Аллаха Субхана ва Тааля в нашей жизни, в судный день Аллах Тааля даст им телесное обличие, то есть обличие человека, которые придут и будут заступаться за нас в судный день перед Всевышним Аллах Тааля. И скажет пост: «О Господь мой, поистине я не давал ему принимать пищу в течение дня и, то есть, наслаждаться какими-то страстями. И я прошу у тебя заступиться, заступничество за этого человека». И также Коран придет в обличии человека в красивых одеяниях и скажет: «О Аллах, о Господь, я не давал ему спать ночью, и я прошу у тебя заступиться за этого человека». Вот какая радость в этот момент человеку, когда приходит поддержка, когда приходит тот, кто заступается за него. И в этом хадисе в конце говорится: «Фаюшфаан», и ихнее шафаат, ихнее заступничество будет принято у Аллаха Субхана ва Тааля. И как же будет горестно тому человеку, который не постился, который не читал Коран, и когда он будет ждать поддержку перед Всевышним Аллахом Тааля и не увидит никого, кто мог бы прийти и заступиться за него. Пусть Аллах укрепит нас, и пусть Аллах примет наши деяния. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.